Возвращаемся домой. Удалось установить личность мажора, дрифтовавшего вокруг инспектора ДПС на Воробьевых горах. Им оказался 22-летний Паруир Погосян. Именно он выложил видео опасных гонок. Как видите, он пытался не светить, что называется, свое настоящее имя в сети. Полицейские определили, что автор роликов не раз нарочно нарушал ПДД. Но крутая машина ему не принадлежит. Это авто родственницы бизнесвумен из Химок. Напомню, 26 августа сотрудники полиции начали проверку по факту появления видео дрифта вокруг полицейского. В ролике, опубликованном в Инстаграме, видно, как лихач на БМВ делает несколько кругов вокруг полицейского, а потом уезжает. Видео инцидента выложил пользователь под ником «Вкус смерти». Но Погосян не один такой. Недавно прославился гонщик в Музеоне. Его, кстати, арестовали. Примечательно, что даже не за нашумевшую автопрогулку, а за другое нарушение. Ролик просто дал повод полиции заинтересоваться горе-водителем. 12 августа камеры запечатлели, как он едет по столичной Якиманке, лишенный прав. А за это грозит штраф 30 тысяч рублей или арест до 15 суток. Судья учла, что Кирилл студент и сам не зарабатывает, потому не назначила денежное взыскание. На свободу из СИЗО Кирилл выйдет к началу учебного года. Но семья мажора защищает парня. На суде было слышно, как тяжело дышит отец, переживая за сына. Он говорит, что Кирилла оболгали, и он попросту жертва соцсетей.